Когда вы получаете стоматологические услуги за свои собственные деньги, вы выступаете заказчиком, с вами заключают договор о планах медицинских услугах, где должны быть прописаны и гарантийные сроки. Пациент вправе попросить, чтобы к договору была составлена смета, то есть какая конкретно услуга что стоит, сколько стоит анестезия, сколько стоит лечение, сколько стоит удаление зубного камня с разбивкой по каждому зубу. В договоре можно говорить гарантийные сроки на оказанную услугу. Если человек обращается за стоматологическими услугами по полису ОМС, это не значит, что он ущемлен в правах с точки зрения защиты прав потребителей. Даже если пациент сам не платит за лечение у стоматолога, он является потребителем, а оплата идет через обязательное медицинское страхование. Верховный суд нам об этом сказал еще в 2012 году, что закон о защите прав потребителей в полной мере применяется к обязательному медицинскому страхованию. Значит, у нас пациент имеет право как минимум на качество оказываемой ему услуги и на безопасность этой услуги. Если гарантийный срок не будет установлен, у пациента есть возможность в пределах 2 лет обращаться за переделками, если он считает, что лечение было выполнено некачественно. Если лечебное учреждение устанавливает гарантии качества на медицинские услуги в зависимости от материалов и состояния здоровья пациента, тогда гарантии может быть и меньше, говорят специалисты. Пациенты должны проинформировать о том, что срок службы, например, пломбы, будет зависеть и от состояния полости рта. Клиника стоматологическая может и предъявлять определенные требования к самому пациенту. То есть сегодня у нас у пациента, помимо большого объема прав, есть еще обязанности. Все, что касается гигиены полости рта, в том числе, допустим, явка на прием, гигиеническая чистка, удаление зубного камня. Права пациентов с полисами ОМС при получении всех медицинских услуг, в том числе и стоматологических, защищает страховая медицинская организация, которая выдала полис. Можно также обратиться в контакт-центр фонда ОМС по телефону 8 800 700 0561, чтобы узнать, какие стоматуслуги вам положено оказать по полису бесплатно.